друзья. Всем привет. Спасибо за вашу активность на последнем ролике. А, как мы поняли, вам интересна тема, которую мы снимаем и хотим до вас донести. Сегодня мы подготовили для вас много интересных тем. Также я придумал такую тему, что в каждом ролике я буду вам называть по одной причине, с чего стоит начать, если вы хотите изменить что-то в своей жизни или переехать в другую страну. Также буду называть по одной причине, которая будет вас мотивировать. Ну а перед началом видео, пожалуйста, подпишись на этот канал и поставь лайк. Вдвойне ценится лайк, который ставите с телевизора. Погнали. Погнали. Китай. Меня зовут Данила, и я живу здесь, в этой стране, один год. И также я учу язык один тоже год, и заканчиваю школу здесь. И в этих видеороликах, которые буду в дальнейшем, я буду служить как переводчик. Вот. И ола это обозначает привет, а киталь это как дела. Ну и дальше продолжит мой брат. Очень много людей здесь занимаются спортом, как ни странно, да, пробежки, вне зависимости какого возраста человек, да, что это мелкий пацан или уже более взрослый, да, дядечка. Но, кстати, больше всего занимаются старики спортом, они больше двигаются, больше бегают, вот. Да, то есть, ну, как бы люди сами понимают то, что нужно себя дисциплинировать. Потому что здесь жизнь расположена к тому, чтобы отдыхать, да, особенно вот под старость лет, уже когда на пенсию выходят люди, здесь можно отдыхать просто, они сидят по барам и так далее. Ну, как бы, извиняюсь, это, ну, ни к чему хорошему уже не приведет, да, они понимают это и занимаются спортом. Здесь очень много людей занимаются спортом, ну, начиная с пробежки, как бы кардио, это, ну, самое главное, чтобы, да, не было ни проблем с сердцем, ни с дыханием. И, ну, движение – это жизнь. Итак, всем все-таки интересно, с чего нужно начать, да, с каких мыслей. Вроде все готовы, все могут, да, бери, покупай билеты и давай там, газуй. Газуй там навстречу приключениям, навстречу новой жизни. Но не все так просто, да. Большинство из вас со мной согласится. Ну, все начинается с нашей головы, да. Мы должны сначала прийти к тому, что мы хотим, да, переехать, потом настроиться, а потом уже принимать какие-то дальнейшие шаги. В своих видео я вам расскажу, да, как это, что делается, если вам интересно. Это не обязательно, да, должен быть переезд в данную страну, в которой я нахожусь. Это может в любую другую страну, да, быть переезд. Но хочу сказать, один мой дружище жил в Майами, да, и он приехал сюда отдохнуть, ему здесь больше понравилось. Поэтому сейчас он живет здесь со мной. Как-то так. Ну, у кого какое финансовое положение, кому что позволяет, да, как бы, на что, кому на что хватает, скажем так. Перед тем, как вы приедете в эту страну, нужно все-таки накопить какие-то деньги, чтобы вы здесь более-менее нормально жили. Потому что если вы без денег приедете, то это вы ничего не сможете здесь ни купить, ни... Вы просто будете бомжевать. Ну да, бомжевать для кого-то такой образ жизни, конечно, но не для нас. Все-таки в идеале, если есть какой-то бизнес, да, оставить его или там, в России, чтобы какой-то был доход. Но какая-то финансовая подушка должна быть для того, чтобы, ну, для того, чтобы вы просто не стали бомжами здесь. Как-то так. Здесь есть очень много таких, ну, много служб, которые могут помочь, даже если у вас нет денег, да. Это как бы не Россия, но все равно
советую какую-то подушку вам иметь. Итак, начну свой рассказ, с чего я вообще начал тогда. Итак, с чего бы хотелось начать? Как это все началось? Это был декабрь, да. Было желание. Пару чемоданов. Один портфель. Билет на самолет. Билет на самолет в страну, где я никто. И самое главное, это желание доказать себе, что я что-то могу, да, могу что-то более, чем просто жить, зарабатывать деньги, да. Хочется также все-таки быть с вами поближе, вам рассказывать, да, то, к чему я стремлюсь и чего достигаю. Итак, уже прошел месяц после того, как я сюда приехал, и вроде план расставлен, да, тут все расписать, что когда делать, когда просыпаться, когда делать зарядку, да. Ну, это всего лишь 90% до того, что вам предстоит сделать. Это 90% самого веселого, да, на чем как бы большинство людей и остановится, да. Приехали, вот сейчас все, будем снимать там ролики, допустим, или там вот я буду работать, или там изучать язык, расписали план, тут я встаю, бегаю, тут я качаюсь, занимаюсь, тут я завтрак готовлю, да, тут я это делаю, и все. И на этом они остановились. Но нет, допустим, если говорить про себя, то я как бы на этом останавливаться не хочу, а хочу как можно дальше двигаться вперед. Сидеть, сложа руки, это как бы не для меня. Я привык то, что я работаю, впахиваю по 12-14 часов, и это касается не только повседневной жизни, но также это касается роликов, которые хочется для вас снимать. Я знаю, что есть миллионы, да, там, не знаю, тысячи роликов на Ютубе, которые там про данную страну, да, которые, ну, там рассказывают, как переехать, да, и так далее, да, вы можете включить и смотреть, но я знаю, что вам интересно именно следить за мной, да, как я переехал, что я здесь переживаю, и что я говорю, да, своим языком. Как-то так. Хочется, конечно, добиваться успеха, да, и пробовать себя в чем-то новом, да, заводить знакомства, друзей, и двигаться дальше в этом плане. Также хочется снимать для вас ролики. После вот последнего ролика, да, возвращаем канал, я увидел то, что это вам очень интересно, да, спасибо за активность вашу. Как-то так. Хочется все-таки развиваться в спортивном, да, ключе, как бы спортом заниматься. Тут очень много тренажерок, да, еще больше, чем в России. То есть, ну, люди занимаются спортом, да, вот как мы говорили, они по утрам они бегают, да, по вечерам они бегают, а днем занимаются спортом. Тут, я не знаю, тут даже каток есть, да, несмотря на то, что это, да, солнечная страна. Вот такое вот солнышко здесь каждый день. Как-то так. Итак, как себя смотивировать на занятия спортом? Ну, я думаю, все-таки надо тоже своей головой для начала понять, зачем это нужно, потому что, ну, кто-то может просто смириться со своим телом, да, у него могут быть вот такие вот формы, да, и его все устраивает, как бы, он приходит домой, берет 4 там банки пива по 0,5, выпивает, и ему хорошо, да, но это не для нас, да, мы все-таки занимаемся спортом. Да, один день в неделю может быть, который мы можем уделять отдыху, да, но не более того, потому что все-таки в здоровом теле себя чувствовать намного лучше. В этой стране нахожусь один год, то я больше знаю, чем мой брат. И что я могу сказать? В этой стране больше людей настроено на то, чтобы отдыхать. Также не нужно забывать о дисциплине. Нужно в этой стране все-таки понимать, что ты здесь не только отдыхаешь, но тебе еще здесь нужно и работать, и учиться. И также заниматься спортом. Потому что если ты не будешь заниматься спортом,
то, скорее всего, ты станешь таким, как я. Так как я сюда... Все располагает к тому, чтобы ты жил, кайфовал и наслаждался жизнью. Но, как правильно сказал Данила, да, не нужно забывать о самодисциплине. Дисциплина нужна для чего? Для того, чтобы ты не расслабился, да, не набрал лишний вес. Также, чтобы, ну, потому что все располагает к отдыху, да, пиво, еда, то все, как бы, можно просто взять вот так раскабанить, и раскабанить не в хорошем плане, как, ну, качком стать, да, а просто жиробасом быть, да, и, ну, и все, как бы. Ты уже не будешь кайфовать от жизни, когда наступит летний сезон, когда ты будешь на море лежать, отдыхать, да, и ты такой, как желешка. Поэтому очень много есть вариантов о том, как себя дисциплинировать. Как минимум есть такие вещи, как мячик, да, есть футбольный, волейбольный, баскетбольный, да, то есть, ну, пожалуйста, занимайся спортом. А здесь, в этой стране, в отличие от России, есть волейбольные площадки, есть баскетбольные площадки, есть футбольные площадки, да, выбирай все, что хочешь, но все, что тебе угодно, да, занимайся. Более того, несмотря на то, что здесь солнце, здесь есть каток, хоккей и так далее. Так что предел нет ничему, как бы, да? Я думаю, то, что я смогу смотивировать не только тех, кто живет в России, но и тех, кто живет в этой стране. Будем искать спортзал с бассейном, с новыми тренажерами, где будут ходить качки и не только. Как-то так. Ну что, продолжим дальше? Итак, пора сделать добивочку этому ролику, да. Хотим, чтобы в комментариях ты написал, что тебе понравилось, да, а также написал то, чего тебе хочется видеть в дальнейших видео. Чтобы мы не просто гадали, да, что будет тебе интересно, а чтобы могли точно знать, на какую тему, да, пилить следующие видосы. Так что спускайся вниз и пиши комментарий. Ну а мы погнали. Да, спускайся вниз не по жизни, а только в комментариях. А по жизни мы будем тебя мотивировать подниматься только наверх и только правильные мотивационные слова будем говорить. Итак, из сегодняшнего ролика мы поняли то, что нужно сначала до всего дойти своей головой, да. Что касается в плане переезда, что касается в плане спорта. Итак, если ты ждешь следующий видос, тогда ставь лайк, и в субботу будет следующий ролик. Всем удачи и пока. До скорых встреч!